МММщики меня достали и говорят: ну давай, вступай в наши ряды, заработаем деньги. Я говорю, что я в азартные игры не играю, и в пирамидки в том числе. Поэтому как-то своими мозгами. Но я точно знаю, как отбить 2500 рублей, вложенные в ваш автомобиль. Именно столько стоит обработка двигателя вашей ласточки форсаном. Но не просто форсаном, а форсаном Pro. И обработку надо грамотно сделать здесь, на Советской 70. И в результате на каждой заправке будете экономить 200-300 рублей. Что очень быстро окупит вложенные средства. А дальше уже становится совсем интересно. Как меняется двигатель, как меняются характеристики вашей машины. Так как же они меняются? Первый раз о форсане я в 99 году услышал, когда на взрывных работах обрабатывали буровые вышки. И вся гидравлика была обработана форсаном. И выработки на всех поршнях вот этих гидравлических, это зеркало было, можно было бриться в ней. И как бы форсан потом куда-то потерялся, не знаю, сейчас вот опять появился. Ну, я просто рад, что он появился опять. В Казахстане, где я служил, на Байконуре, там его используют в космической технике, смазывают всякие подшипники, все им мажут, мне кажется. Все на форсане там работает. Сколько на своей Nexi наездили? Ну, где-то примерно ориентировочно сейчас 1 020 000 на ней уже. То есть вторая смена масла, третья смена масла будет. 1 020 000 – это не слишком ли много? Пора бы машину выкинуть. Все так говорят. Нет, выкидывать не надо, состояние хорошее. Проверено на дальних расстояниях. Автомобиль, который можно считать вечным. Toyota Crown – это супермашина. Mercedes S-класса отдыхает, если честно. Что он получил после обработки форсаном? Ну, обработали коробочку, двигатель, мост, ГУР. Получилось, ну как, ГУР стал легче крутиться. В принципе, зимой у них есть болезнь у Крауна, что редуктор шланги замерзает, и как бы нельзя на морозе резко крутить. Обработал я первый раз зимой. Я удивился уже через неделю. Руль крутится с легкостью, даже в любой мороз. Ну, ничего не выдавливает, как бы, в принципе, все сухо. Двигатель обработал, компрессия поднялась, расход уменьшился процентов на 15. В коробке вообще я ее перестал слышать, как она переключается. Просто это как бы... Хотел уже контрактную брать, думал, все, думаю. Время, 250 тысяч прошла машина. Оказалось, нет, обработали она. Как новое, поехало, и в принципе и во Владик не пришлось звонить, заказывать коробку. А что вдохнуло новую жизнь в этот автомобиль? Ну, увидел рекламу по телевидению. Участок, который вы рекламировали, находится рядом с моим домом. Приехал, поговорил с ребятами, решил обработать свой автомобиль на пробеге 1 000 000. Не разочаровался. Очень много преимуществ почувствовал. Вот. А что главное почувствовали? Первое, что я почувствовал, это, во-первых, стабильная работа двигателя стала. То есть уменьшились вибрации частичные. Плавность переключения улучшилась. Приемлемость улучшилась. То есть тяговитость. На больших подъемах машина на стабильных оборотах входит спокойно в подъем. Без переключения на пониженную передачу, то есть на четвертую, то есть на пятую можно войти в подъем где-то градусов 10-12. Вот это если брать сравнение, то Аскаровский подъем при въезде в Аскарово, он имеет градус порядка 15. Так вот при разгоне со 100 км на пятой скорости машина заходит спокойно в этот подъем. Раньше приходилось переключаться с четвертой на третью. Ваш автомобиль еще и ездит на газу. То есть вы начали смотреть по расходу топлива. Я также смотрю. То есть я при заправке обнуляю счетчик, естественно. И после того, как машина газ съест, я вижу реальный пробег. Что с расходом топлива? Расход топлива, ну, снизился где-то процентов где-то на 15, вот так ориентировочно. То есть если раньше у меня при заправке бака 50 литров, машина проходила примерно около 600 километров. То есть сейчас получается при полном заправе 50 литров расход, ой, пробег где-то 670. Но это в зависимости от траектории трассы.
трассы, если, например, брать по прямому участку, то есть М5, если брать вот именно трассу, то расход на 50 литров, проезд, расстояние где-то 682 километра у меня получился. Если брать горные трассы, если ехать на юга, то там расход немножечко побольше, то есть там горная трасса, и расходы чуть немножко увеличиваются. То есть от конфигурации дороги зависит расход. Но лишнее, получается, 70 километров вам прилетело. Конечно. Я думаю, что это очень хороший показатель. Магическая сила форсана в двигателе, понятно. Реальный результат. Но в автомобиле большое количество еще и тех вещей, которые трутся. Например, шлусы, подшипники. Все это реально обработать? Да, реально. Мы обрабатывали Ниву, приехал, вот он хотел менять шлус. Мы сделали просто эксперимент. Сняли шлусы, промыли их. Обработали смазкой форсан, через месяц хруст пропал, и машина накатом идет лучше, чем Волга. То есть очень реально. Для этого, конечно, нужно определенное умение. Но вот если человек запал на форсан, сколько по времени будет займет процедура обработки полностью автомобиля? Ну, полностью автомобиль в течение 2 часов. Ну, если не обрабатывать шлус. Шлус, конечно, сложнее их снимать, разбирать. Надо полностью старую смазку умывать и свежую смазку форсана набивать туда. Ну, а так, в течение 2 часов машина обработана. С учетом того, что она час должна работать на холостых оборотах. Да, это чудеса. Но чудеса рождаются не только волей Господа. Мы в состоянии также творить чудеса. И вот в свое время группа отечественных ученых разработала эту фирменную присадку. И не все так уж плохо в нашем государстве, если мы умеем делать круче, эффективнее и надежнее, чем это делают конкуренты. Конечно, во всем мире существуют присадки и Вагнер, и все остальные. Но то, что показал форсан, меня лично порадовало, как и миллионы автовладельцев.